Как вы думаете, что делает житель Батуми, когда у него есть несколько лишних лари и свободное время? Правильно, он выбирается за пределы Батуми. В этот раз я решил попробовать сплавиться с коллегами по реке Чарохи. Фирма Day on Water дает гидрокостюмы, шлемы и специальные сапожки. Проводит короткий инструктаж, потом небольшая практика по разворотам и управлению. А затем сплав где-то на часик, на который приходится 4 порога первой категории сложности. Хотите увидеть? Ну, погнали. Первый порог выглядит несложным. Интересно, можно пройти его боком? Если знаете ответ, пишите в комментариях. А пока смотрите, как это сделали мы. В конце, как вы можете заметить, нас все-таки развернуло сначала боком, а потом спиной. Это произошло из-за небольшой неслаженности, и это всегда бывает при парной гребле. Ну ничего, у нас впереди еще 3 порога. А на этом кусочке видео мы остановились передохнуть и подкачать лодку. Посмотрите, какие красивые вокруг места. Второй порог плывем уже другим составом. Сделали небольшие замены в лодках, чтобы экипажи были более сбалансированы. Второй порог тоже очень интересный. Смотрите, по ощущениям были моменты, где мы могли черпануть воды или даже перевернуться. А это третий порог. Длинный, красивый и приятный порог, который похож на какой-то аттракцион. Мы прошли его одним из первых, а потом развернулись и стали смотреть за тем, как его проходят другие. Мы снова разворачиваемся на 180 градусов, чтобы посмотреть, что происходит сзади, и чтобы не убежать слишком далеко вперед от группы. И да, мы приближаемся к последнему, 4-му порогу. И так как он заключительный, я решил поставить музыку поэпичней. Надеюсь, все мои подписчики и зрители это оценят. Если да, ставьте лайк и подписывайтесь. Спасибо. Thank you.
Ну вот, финальная точка уже видна. Наши водители ловят рыбку в мутной воде, ожидая нас. Сейчас мы к ним пристанем, погрузим наши лодки, сами сядем в микроавтобус и уедем кушать местное кафе. Это было недолго, весело, не напряжно, красиво и интересно. Но все-таки к тому, кто хочет больше погружения, я советую взять либо больше часов, либо поехать в двух-трехдневный сплав. Это будут совершенно другие ощущения и совершенно другие воспоминания. Кому интересно, ссылка на организаторов находится под видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч в эфире!